Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Яндамит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games, и сегодня у нас на обзоре средний советский танк 9-го левела, объект 430, вот настоящий танк, выглядит как танк, вот мы привыкли к советским танкам, вот он, знаете, какой гордый, красивый, мощный, да, и это средний танк. Начнем мы, конечно же, обзор с бронирования объекта 430, гоу! Итак, коллижен модель нашего объекта 430, ну и давайте по порядку. Начнем мы с НЛД. НЛД у нас 200 приведенки, и как для НЛД средних танков, это достаточно круто, жир прям вообще. Какими-то, а вот так еще стоит рамбануть, да, и уже все. Нас обычными снарядами многие не пробивают, одноклассники. Я уже молчу про 8 левел, а десятки, понятно, кто-то чего-то да будет закидывать. Касаемо ВЛД, у нас очень интересная форма ВЛД. Вот, давайте глядеть. Ага, снизу 199, вверху 209, 206. Здесь 193 надгусеничные полки гнутых бортов. И как для, опять же, ВЛД средних танков 9-го левела, это вполне себе годно. Очень крепкая. Есть еще вот такие места 40 мм у нас, да, и в приведенке 83. Но здесь, конечно, слабое бронирование, нам сюда будут прям закидывать на ура. И система ведь не пишет рикошет, как это ни странно, потому что углы не позволяют. Башня у нас сферическая, вот, и, соответственно, самые ослабленные места у нас вот здесь по 250, дальше растет до 350, 300, 400, 500 рикошет, это круто. Планочка у нас вверху 30 мм, и сюда закидывать могут. По правилу трех калибров, да и просто, ну, 30 миллиметров всего лишь. Здесь вот первая планка, 76 миллиметров, рикошет 108, но в верхнюю можно. Но зачем туда стрелять, когда есть лючки? 169, вот этот покрепче, 222, вот этот лючок крутой у 430-ки, вот этот слабее правой, вы это запомните. Гнутые борта, боковое бронирование у нас вот здесь 80, выше где гнутый борт у нас 68. Хорошо танкует от борта, пожалуйста, за счет рикошета в верхней части, в нижней за счет приведенной брони, главное не перекручивайте. Вот даже так вот перекручиваем, только в переднюю бьется. Играем вот так, все, нас уже не пробивает. Короче, ребята, от борта играет хорошо. Достаточно крепкий ВЛД, да и НЛД неплохой, но вот эти щеки нас расстраивают, как и планка, и правый лючок. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть основные модули. У нас всего лишь одна пушка, 122 мм, Д-25 ТСУ. 390 альфа, приятная альфа, согласитесь, 390. А бронепробитие на основном снаряде 238, на голде 270. Конечно, голда здесь слабовато, у него говорить даже нечего. 9,7, почти 10 секунд заряжается пушка. ДПМ 2400 на стоке, точность тоже, как для СТ, не самая лучшая. 0,42, время сведения 2,5 секунды, более-менее. Вот, касаемо рации, обязательно качайте, все-таки средний танк. По двигателю на топе 520, здесь у нас 480, процентов 7 к подвижности топовый двигатель вам даст. Ходовая 52 градуса в секунду поворачивается. Здесь так, она одинаковая. Стоп. Скорость поворота так, так, ага, ага. Максимальная нагрузка, которую вы можете навесить на этот танк, на ходовой выше. По полевой модернизации я еще не качал. И давайте смотрим. Скорость поворот ходовой. У нас и так хорошая скорость поворот ходовой. А вот, вот это нам будет важно. Дальше. По поводу точность, либо время сведения, либо от разброс при движении ходовой. Я бы лучше поставил вот это, потому что этот танк ведет бой очень часто в движении. Ну, такая машина. А к незаметности, к максимальной скорости назад. Все-таки СТ-шка. Я бы здесь вообще бы либо ничего не качал, либо поставил антибликовую маскировку фар. Здесь 2 запас прочности, 3 к скорости сведения процента, да?
Запас прочности копеечный. Скорости сведения. Наверное, бы поставил лучик скорости сведения. Вот. Здесь на разведку. Вторым слотом. Многие катают на 430-м с улучшенной закалки. Я этот танк использую все-таки как СТ-шку и ставлю сюда, конечно же, просветленную оптику. Ставите стаб, ставите досел. По снарядам основной ББХа голда у нас подкалиберный. Снаряд 880 на ББХе. Очень маленькая скорость полета снаряда. Жалко. 1000 голда. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель ставьте. Я себе позволил поставить допаёк, 4 члена экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. А по тактико-техническим характеристикам пробежимся. ДПМ подрос до 2900 почти. Вот, УВН, кстати, у нас слабенький, минус 5, и это нужно понимать. Заряжается уже пушка 8 секунд. Ну, такое, такое. По ХП. 1800 и как для среднего танка, в принципе, нормально. По мобильности 50 вперед, 18 назад, почти 15 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, миоперк незаметности не вкачан вовсе, 20, но до 32 вы его сможете раскачать. По обзору 459 метров, и это хорошо, 460 метров. Огонь. Вот, по плюсам и минусам машины. Хорошая подвижность, в принципе, неплохое бронирование с борта и в лоб. ВЛД крепкая, башня тоже, башня крепкая. По снарядам, скорость полета огорчает только на основном, голда подкол летит вполне себе вменяемо, но у нас нет УВНов. Это будет очень часто мешать на играть на рельефных картах. По обзору все тут хорошо, по незаметности все хорошо, по мобильности все отлично, по количеству ХП тоже отлично. Поэтому у этого танка больше плюсов, нежели минусов. Предлагаю же отправиться в бой, посмотрим, давайте, как 430 ведет себя в бою. Вперед! Так, господа, обзор боем. Объект 430. Средний танк, советский, 9 левела. Проходная прокачиваемая ветка. Хорош. Что этот, что 430У, мне очень нравится. Такая между средним и тяжелым. Да. Машина. Нет, кстати, арты, это хорошо. Это хорошо. Арты нету, значит, будем на центре разыграть. Без крыши над головой. Мы Юдуса заметили. Тут кто-нибудь поедет, нет? Не хочет. Ну что это? Говнющего. Поджался на фазюлечке, да? Над фазюлькой.
дай ты спрятался, блин. Постой-ка на каточке. Еще на каточке постой. Вот. Уж знает, как без закалки ездить. У них все на зеленке. Интересно. Поедем, поглядим. Аккуратненько. Ага. ЛТшечка уже переехала. Пустые. Куда ты денешься? Умер. Так, поедем. Где там Чириотер? Чириотер. Так. Так, ну чё, 5к почти дали, да? Дали. Едем искать 263. Она припряталась. Не успели еще дать. Ну ладно, 1600-1700 насветили, 4300 настреляли, 5, почти 6к суммы сделали. Вот такой это интересный танк. 430-й еще нагибательнее. Но и 10-й левел. Ладно, в целом, сбалансированная хорошая машина на 9 уровне. Настоящий средний с броней танк. Вот, первое место у нас по урону по фрагам. Рекомендую, ребята, вы про него забыли просто. У кого есть в ангаре, садитесь, выкатывайте, напишите свои комментарии, как вам 430 с современными рендами, вот, какой вы используете оборудование, как по мне, годнота, по пятибалльной системе, твердая четверка, можно нагибать ехать. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.